по какому параметру оценивается на соревнованиях? Есть два параметра. Элементы высшего пилотажа и дальность полета. Кто быстрее? Ставятся таски. От 5 до 7, в зависимости от параметров соревнований. Да. Каждый день новый таск, новая задача. К примеру, на Кузбе, с Кузбека на Джуту. Уже подрешили треугольничек. Кто быстрее? Стартовое окно 12. Стартовый цилиндр воздушный, виртуальный. У каждого прибор, который показывает этот воздушный виртуальный цилиндр. Открывается 12.30 обычно, ну, как через полчаса. Если 12.30, то открылся старт, то стартовый цилиндр сейчас будет открыт, в зависимости от погоды. Задачу ставит обычно коллегия пилотов, более-менее грамотных, в том или ином месте, где проходит или иное соревнование. Такая одна гонка, таких, если погода позволяет, все 5 дней разыграть очень классно. Да, конечно, сразу же очень ценится, и в итоге через 5 лет соревнований удачных, без больших происшествий, там проходит Кубок мира. И даже суперфинал, если повезет. Достаточно непопулярный вид спорта. Ты можешь посмотреть в Ютубе PWC, набери параглайдинг PWC. Ты увидишь, интересно, потому что сейчас у всех камеры эти экшен, если брать там 2000 год, это была целая проблема. Мы мыльницы с собой большие таскали. Да, это было реально проблематично. А сейчас как бы вот эта маленькая камера заменяет мыльницу. Ну, а если фотоаппарат еще возьмешь, какой-то вообще замечательный. Часов за 10 доехали. Ты видишь, за 10 часов до Казбеки? Ну да, с Волгограда. А я думал, вы из Питера. Нет, с Волгограда. Тогда да.
меня отлично. Снос 260. А,